Новый год начали с поражения. Хоккеисты Акбарса накануне в Ханты-Мансийске уступили Югре 4-5. По ходу всего матча дружина Крикунова была в догоняющих. Счет открыли хозяева уже на старте встречи. Чуть больше минуты понадобилось Кириллу Петрову, чтобы восстановить равенство. Однако вскоре в ворота Эмиля Гарипова вновь залетела шайба, и юному голкиперу пришлось уступить место более опытному Петере Выханину. В начале второй 20-минутки Данис Зарипов сравнял цифры на табло. Но к экватору матча хозяева вели уже со счетом 4-2. И лишь снайперские способности Даниса Зарипова и Константина Корнеева позволили казанцам уйти на перерыв, восстановив статус-кво. Третий период соперники провели в атаках, и тут вновь больше преуспели хоккеисты Югры. Шайба Игоря Емелеева на 49-й минуте стала победной для команды из Ханты-Мансийска. Следующий матч Акбарсу предстоит провести в четверг в Челябинске против «Трактора». В этот же день Югра будет принимать нижнекамский «Нефтехимик».